Я сейчас нахожусь недалеко от планеты Марс, поэтому я сейчас как бы не входил в гиперскорость. Тысячи армий. Защитить Распутина. Там Зол рвет на куски нейронную сеть Распутина. Если он повредит ее, может начаться цепная реакция, которая уничтожит все живое на Марсе. Как бы там ни было, у нас осталось только одно преимущество. Валькирия. Я никогда не смогу доверять Распутину, но нам нужна любая помощь для борьбы с Золом. Даже оружие, управляемое военным ИИ. Так, а как слезть вот с тачки, я пока не знаю. Ага, понял. Пробел. Пробел нажимаешь и выпрыгиваешь из мотика. Воу-воу-воу! Ай-яй, со всех сторон обложили. Прикольная какая-то пушка вместо дробаша. То мне что-то этот дробаш поднадоел уже. Если мы перегрузим реактор Распутина, мы сможем использовать лишнюю энергию для заряда. Эх, ты чуть не упал. Это наш единственный шанс противостоять Золу. Охлаждающие клапаны на стабилизаторах и стреляй по ним. Открыть клапан. Сейчас откроем и будем стрелять по ним. Вон он, клапан там.
пока суперспособность юзать не буду. Внимание! Стабилизатор нейронной сети выведен из строя. Уровень энергии ядра растет. Дальнейший рост может привести к критическому сбою. Всему персоналу следует немедленно инициировать протоколы безопасности. Помните, безопасность превыше всего. Откуда в меня попали? Нейронная сеть пришла в критическое состояние. Я постараюсь ее стабилизировать. Держи оборону. Возрождение ограничено? Охренеть. Давай, давай, побыстрее, а то мне тут, я не знаю, сколько продержусь. Критической отметки. Персоналу следует начать немедленную эвакуацию. Окей, сейчас будем эвакуироваться, значит. Thank you.
Отличная работа. Доберись до реактора, пока он не перегрелся. Пора выковать новую Валькирию. Замес тут походу будет, да? Походу да. Да ё-моё, чё я не прыгаю-то? Опа. Фига, они прям здесь залазят, блин. Все, все, капец и капец, по-моему. Итак, нужно кинуть Валькирию в реактор и вызвать неуправляемую цепную реакцию. Активной зоны ядра. Если вы слышите это объявление, вы находитесь к ней слишком близко. Валькирия переполнена энергией. Мои датчики зашкаливают. Вход еще один открылся. Хорошо. Все? Ну вот, блин. А, вон еще можно будет взять сейчас. Thank you.
тачку. А, нет, наверное, не будет. Вот. Что такое? Никогда не видел такого сильного существа. Будь осторожен. Эх ты, нихера себе. Где он? Вот он. Подбегаем. Ты только держись. Она должна вот-вот включить нейронную сеть. Ой-ой-ой. Отлично. Мне бы надо еще таких копий. Ой, вот зараза, он меня по мне попал. Ну чё, у меня зато есть возрождение, мне повезло. Где это узло? Бейся, страшно. А! Зараза. Ему прям осталось чуть-чуть, короче. Thank you.
А! Зараза, закружили меня. Ну, есть. Отлично. Червебог. Это наша общая заслуга. Теперь мы с тобой одна команда, Анна. Семейство Брей сделало меня всесильным спасителем. А Авангард хотел использовать как простое оружие. С этим покончено. Теперь моя судьба в моих руках. Мой взор устремлен на всю систему и дальше. Врагу не ускользнуть. С этого дня я буду оберегать человечество на своих условиях. Я Распутин, страж всего сущего. И мне нет равных. Что мы наделали? Не бойся. Мы справимся.